Студенты в этом сезоне словно обрели второе дыхание. Безусловный стимул – повышение в классе. По итогам прошлого года университет пробился рангом выше – высшую лигу с буквой «А». Перед стартом задачи ставили скромные – не вернуться обратно. Пересекли экватор турнира, о тех планах стоит забыть надолго. Промежуточное четвертое место – как ответ всем пессимистам разом. В начале сезона было непонятно с финансированием, да, что-то. Кто у нас будет, где, тем более нас покинул. Доигровщик молодой, вы знаете. Вот, и непонятно было, что с составом будет. Поэтому здесь, конечно, да, задачи ставились такие, чтобы не попасть в переигровку. Б, потом А, потом снова Б и вновь А. Эти буквенные обозначения емко и коротко рассказывают о скитаниях студентов по волейбольным турнирам за последние 15 лет. Теперь, вопреки известной поговорке, вошли в реку еще раз, судя по всему, надолго. Для серьезных задач нужна одна из главных составляющих – финансовая подпитка. Незадолго до старта буквально на флажке этот плацдарм был создан. На клуб обратили внимание краевые власти и целый ряд спонсоров. После этого главному тренеру и президенту команды Ивану Воронкову уже не нужно было экстренно затыкать дыры, как это было ранее. Все силы наставник сосредоточил именно на спортивной составляющей. В результате университет выстрелил. Я вообще так считал и считаю, что волейбольный бум всегда был в Барнауле. С тех времен, когда мы еще играли там, в первой лиге, потом в высшей лиге Б, потом в высшей лиге А, потом просто болельщик разбалован и хочет только высшую лигу А, а игры мы и в Б хорошие показывали. Залог успеха, считают в команде, ставка на местных воспитанников. Такого действительно нет ни в одном клубе региона. Здесь же 97% своих, лишь трое иногородних. Он знает о них все и даже больше. В умелых руках Ивана Воронкова команда показывает зрелищный волейбол и, главное, приносит результат. Вот и бронзовый призер прошлого сезона этой лиги Дагестан был обыгран во втором поединке с сухим счетом 3-0. Второй круг открыт более чем успешно. Все только начинается. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости.